Коллеги, всем привет, с вами Дмитрий Каждан. В этом видео я хочу с вами поговорить про дезинфекцию продукции White Spark Professional, как обрабатывать расчески, как обрабатывать брашинги. Сегодня в этом видео я хочу поговорить о нашем новом дезинфекторе. Как вы знаете, из моих предыдущих видео у нас был лосьон Nano Серебро, плюс у нас был лосьон I Love Pure Life. Теперь у нас появился вот такой вот новый дезинфектор. Сегодня он у нас в топ. У нас он теперь будет постоянным, то есть все остальные дезинфекторы, они у нас были, но они, к сожалению, больше выпускаться не будут. Теперь у нас будет выпускаться вот такие вот дезинфекторы для дезинфекции расчесок, щеток, брашингов. Также этот спрей я рекомендую для обработок расчесок для стрижек от White Spark Professional. Значит, спрей имеет у нас всю сертификацию. Если кому-то это нужно, могу присылать в личку, если нужно. Также объем у нас 150 миллилитров, объем увеличился, потому что до этого был объем 100 миллилитров, здесь 150, это, на мой взгляд, очень здорово, что компания об этом позаботилась. Значит, на основе нано-серебра, убивает вирусы, бактерии. Вот здесь даже все это у нас четко прописано. Видите, вирусы, бактерии, грибки и плесень даже убирает вот этот данный спрей. Аннотация здесь у нас также полностью на русском языке. Состав, способ применения, все здесь есть. Хотите, прочитайте все более основательно. Ссылку на данный спрей я укажу снизу в этом ролике, чтобы вы ознакомились полностью с описанием. Ну а если говорить вкратце, убивает все вот ненужные вот эти микробы, мелкодисперсное распыление. Здесь у нас время выдержки, что самое главное, коллеги, 3-5 минут, то есть мы вот таким вот способом обрабатываем наши брашинги White Spark Professional. Как вы знаете, их мыть не рекомендуется, потому что они из натурального дерева. Обработаем вот так полностью брашинг, вот так его покрутили. Оп, даже он упал, извините. То есть полностью его вот так обработали. Да что ж такое, у меня все падает. Значит, все вот так обработали, по красоте улили. Вот, а потом, значит, берем другой брашинг и также его полностью обрабатываем со всех сторон. Выдерживаем время выдержки 5 минут. То есть я считаю, что перед тем, как вы приступаете к работе, вы же идете мыть голову клиенту, соответственно, перед клиентом можно даже вот так прямо обработать, чтобы клиент видел, что вы дезинфицируете данный инструмент. Также обрабатываете расчески White Spark Professional со всех сторон хорошенечко и можете идти мыть голову клиенту. И на самом деле очень действенная штука, мелкодисперсное распыление, очень экономно, поэтому дезинфицируйте продукцию White Spark Professional вот этим дезинфектором. Я вам настоятельно рекомендую. Кто-то, может быть, из парикмахеров усомнится и скажет, типа, да ладно, я тут использую другие дезинфекторы. Коллеги, дело, конечно, ваше. Вы можете использовать что угодно, какие дезинфекторы. Я здесь вам рекомендую этот дезинфектор от лица компании Гинко, потому что они разрабатывали эти дезинфекторы специально также для продукции White Spark Professional. Потому что очень много приходится слышать истории, когда коллеги куда-то кинули свой брашинг, куда-то кинули свои расчески, расчески развалились от этих дезинфекторов. Я, слушайте, очень много слышал различных историй, поэтому хотите, чтобы ваши расчески были живы, здоровы, обрабатывайте данными дезинфекторами, и все, собственно, будет хорошо. Вот. Если у вас есть какие-то ко мне еще вопросы или есть какие-то вопросы по вопросам сотрудничества, по поводу покупок этих дезинфекторов, ссылки укажу в описании как на себя, так и на магазин shopcoms.ru, где можно приобрести все дезинфекторы, которые, собственно, есть в наличии для поверхностей, для ножниц, для расчесок. То есть ссылочка будет внизу в описании к этому ролику. Коллеги, спасибо, что смотрели это видео до конца. Теперь вы знаете, что теперь у нас есть новый дезинфектор для продукции White Spark Professional. С вами был Дмитрий Каждан. Я желаю вам всем только отличного парикмахерского дня и только
точных стрижек и только качественного парикмахерского инструмента, поэтому следите за ним. Не забудьте подписаться на мой канал, если вы это не сделали, и не забудьте посмотреть какое-нибудь рекомендованное видео, которое я укажу здесь, где-нибудь, 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 оно у меня вылезет. Все, до новых встреч, пока-пока.